Раз, два, три. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня вновь в эфире наша передача ⁇ Метод ⁇ Среда ⁇ наш третий выпуск, прямая трансляция. И наши зрители, наши подписчики в наших соцсетях те, которые посещают сайт Центра русского фольклора, Государственного российского дом народного творчества, будут узнавать о предстоящих событиях, о тех изданиях, которые вышли вот в последнем году, в 2022 году, и которые будут появляться в этом. Итак, я попрошу запустить нашу презентацию. Ну, слайд. Так, сейчас я хотел бы рассказать о предстоящих э, лекциях и дискуссионных э, площадках, которые э, пройдут э, онлайн или э, в записи будут. Я, конечно, сразу извиняюсь, что э, объять весь. Э, как бы материал или все мероприятия, которые будут проводиться по нашей стране, невозможно, поэтому я выбрал вот какие-то отдельные, которые, по моему мнению, будут интересны. Итак, 26 января завтра буквально состоится лекция в онлайн-формате в 10 часов по московскому времени из цикла презентации национальных культур народов России «Наследие этномеров, которые проводит наш Центр культуры народов России, Российского, Государство Российского дома народного творчества имени Поленова. В качестве эксперта, спикера приглашена заведующая отделом сохранения культурного наследия Рязанского областного научно-методического центра народного творчества Анна Щетинина. И она расскажет нам об особенностях свадебного обряда села Секирино э, Скопинского района Рязанской э, области. И э, всех желающих посмотреть, мы приглашаем присоединиться по ссылке. Ссылка дана э, будет в, внизу под нашей сегодняшней э, встречей, но также вы можете найти информацию на сайте э, Центра культуры народов России и Рязанского э, областного научно-методического центра народного творчества. Интересную э, дискуссионную встречу э, подготовила Творческое объединение под облаками продолжая как бы цикл мероприятий «Русское, народное, советское», которое посвящено, этот цикл посвящен народному фольклору и его последующему осмыслению в СССР. И они подготовили в субботу, 28 января, паблик-ток «Проводы зимы в контексте греческой и русской культуры». Это мероприятие пройдет бесплатно в музее истории ГУЛАГа. Я думаю, что будет вестись съемка или прямая трансляция, и вы сможете ознакомиться с этой интересной встречей, спикерами которой будут кандидат философских наук, культуролог, исполняющий обязанности директора Гуманитарного института Новгородского государственного университета Ярослава Мудрого Даниил Кропчунов. И кандидат филологических наук, научный сотрудник Института славяноведения Российской Академии наук, Оксана Чеха. И вот они вдвоем расскажут об традициях проводов зимы. Всех приглашаем, и те, кто будут в Москве, ну или специально могут приехать, необходимо зарегистрироваться на эту встречу, а также следить за группой э, творческого объединения под облаками, где будет рассказано о трансляции или записи э, паблик э, тока. Можно следующий. Теперь я хотел бы э, сделать небольшой анонс форумов и фестивалей конкурсов, которые э, пройдут э, в феврале, э, в марте, ну, в ближайших э, месяцах. Итак, э, мне вот понравился из тех мероприятий, на которые нас приглашают и которые с которым мы можем ознакомиться в сети интернет, мое внимание привлек молодежный этнофорум Сибирское наследие, который проходит в этом году, как вы знаете, это год педагога и наставничества. И как раз вопросы наставничества в этнокультурном пространстве будут вестись экспертами пройдут мастер-классы в рамках вот этого молодежного этнофорума, который пройдет с 10 по 12 февраля в городе Красноярске. При поддержке правительства Красноярского края, Федерального агентства по делам молодежи, Росмолодежь, Министерства культуры Красноярского края, Агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития, и партнерами проекта выступил Сибирский институт искусств имени Хворостовского, Центр молодежных инициатив «Форум», Красноярский колледж искусств, Государственный центр народного творчества Красноярского края. В общем, вот такая команда партнеров будут проводить этот форум. И радостно, что как раз молодежь, да, а здесь заявлено, что в этноформе ждут участников от 14 до 35 лет. Для участия необходимо пройти по ссылке и зарегистрироваться. Вот отрадно, что на себя молодежь берет ответственность и организует подобные мероприятия. Надо сказать, что мероприятие пройдет при поддержке фонда. Нет, по-моему, на Тавриде был выигран грант. Да, и это мероприятие, я думаю, войдет вот как раз в цикл мероприятий, которые два года назад, в прошлом году проводились, в этом году, я имею в виду мероприятия, которые посвящены молодежной тематике. Да? И э Отрадно, что в подобных мероприятиях могут участвовать не только люди, ну, посвященные в данную тему, но и просто, которые интересуются нашим культурным наследием. И что интересно, вот 8 и 10 февраля до этого мероприятия еще пройдет молодежный интенсив ⁇ Фолк-лидер ⁇ который тоже проводится в фольклорной молодежью Красноярска. Итак, подробнее смотрите в наших ссылках. Следующее мероприятие, о котором мне хотелось бы рассказать, это седьмой межрегиональный фестиваль-лаборатория фольклора «Народный календарь», который пройдет 10 и 11 февраля в Уфе. И в программе предполагается очное, заочное участие. Приглашаются, приглашаются детские и взрослые фольклорные коллективы, ансамбли и хоры русской песни, фольклорные театры, семейные ансамбли, клубы. Руководители коллективов, преподаватели, исследователи, фольклористы все, кто занимаются изучением и популяризацией русского, э, традицион, русской традиционной культуры, мастера декоративно-прикладного искусства, народных промыслов, ремесел, изго, э, мастера изготовителей народных костюмов и инструментов. Я уже рассказывал об этом мероприятии, но напоминаю, что само мероприятие проходит 10-11 февраля, а Заявки можно подать до 7 февраля 2023 года. По вопросам координации обращаться к Наталье Михайловне Кондаковой, специалисту Республиканского центра народного творчества и руководителю регионального отделения Российского фольклорного союза в Республике Бурятия. Следующее мероприятие которая проходит уже 12 раз это межрегиональный конкурс русской традиционной пляски молодо Зелено погулять велено это уже знаковое событие в мире русского традиционного танца мероприятие которое организуется тверским областным домом народного, Творчество в этом году мероприятие получило межрегиональный э, статус. К участию приглашаются коллективы, отдельные исполнители, э, представители культурных учреждений, образовательных и, э, собственно говоря, учреждений, которые не, зави не зависят от ведомственной принадлежности. Э, это конкурс традиционной пляски. Здесь проходят как номинации сольного пения, парной пляски и ансамблевой, да, групповая пляска, и солисты состязаются между собой в переплясе. И одной из важных особенностей проведения вот этого конкурса, одного из наших любимых конкурсов по русской традиционной пляске, является традиционная форма проведения, вот, собственно говоря, вот этого, как сказать, мероприятие, да, потому что пляска сама проходит э, на кругу, в кругу, и зрители сидят как бы вокруг, э, жюри тоже сидит, смотрит, и поэтому здесь э, как раз э, танцоры, которые пляшут, исполняют э, частушки, э, страдания, как бы погружаются, вот э, ну, мы э, организаторы стараются э, погрузить в традиционную форму, так как это было Раньше, да, в естественной среде бытования музыкального фольклора. Можно следующее. Продолжая тему форумов и фестивалей, я хотел бы анонсировать проект, который проводит всероссийский российский музыкальный союз при поддержке Президентского фонда культурных и инициатив. И здесь с организаторами, информационными партнерами выступает Российский фольклорный э, союз. Это всероссийский конкурс этнической музыки ⁇ Вся страна э, ⁇ К участию приглашаются э, отдельные исполнители, э, солисты, вокальные, и вокально-инструментальные коллективы любого музыкального направления, фольклор, академическая музыка, джаз, рок, исполняющий этническую музыку одной из национальных культур своего региона, как в подлинном виде, так и в обработке, аранжировке в любом жанре. Можно пройти по ссылке Конкурс ⁇ Вся страна ⁇ Конкурс. рф и посмотреть, какое, ну я бы сказал, такое очень солидное жюри будет оценивать э, конкурсантов. Заявки можно э, подавать. С 1 декабря э, прошлого года по 31 марта этого года включительно. Э, участие в конкурсе, я подчеркиваю, бесплатное. А солисты и коллективы численностью до 10 человек, вышедшие в финал, будут приглашены в Москву на гала-концерт, который состоится 12 июня 2023 года и будет приурочен к празднованию Дню России. И еще один такой существенный бонус, что э, размеры денежного вознаграждения составляют э, ну, приличную сумму 350 тысяч рублей, 150 тысяч рублей, 100 рублей. Так что э, обратите внимание на этот конкурс, я думаю, он будет интересен как раз э, как э, э, тем, кто занимается аутентичными формами да, реконструкции, так и направлению World Music или Folk Fusion, как мы его называем. Да, это направление. И так это конкурс, э, всероссийский конкурс этнической музыки, вся э, страна. Ну, и здесь, вот я для вас э, написал, дорогие друзья, э, что с 6 по 11 июля пройдет традиционно международный фестиваль этнической музыки и ремесел. Мир Сибири 2023. Да, еще до, собственно говоря, конкурса есть время, но уже стартовал прием заявок на Мир Сибири. И здесь традиционно две категории конкурсных. Это этномузыкальный конкурс и мастеровой конкурс. Заявки принимаются до 31 марта. Все подробности на сайте Мира Сибири. Там можно ознакомиться и с, положениями, с положением, и с условиями проведения. Давайте теперь дальше посмотрим конференции, которые будут проходить. Активные пользователи социальной сети ВКонтакте. Те, кто интересуется народной культурой, наверное, слышали о том, что в Вологодской... А, нет, подождите, давайте вначале... Ну, или скажу, в Вологодской области пройдет межрегиональная научно-практическая конференция «Традиционный народный костюм история и современность с 1 по 3 февраля 2023 года. Это мероприятие организует областной центр народной культуры, Вологодская областная картинная галерея и региональное отделение Российского фольклорного Союза. В сети ВКонтакте есть уже программа проведения, она очень интересная, так как будет и пленарное заседание, секции конференции, открытые лекции по этнографии, круглый стол, традиционный народный костюм, проблемы сохранения и развития. И среди участников ведущие ученые-этнографы, сотрудники научных и музейных центров Российского этнографического музея, Государственного исторического музея, Государственного эрмитажа, Государственного историко-архитектурного этнографического музея-заповедника Кижи, специалисты учреждений культуры, образования, Образования, мастера народных художественных промыслов, руководители и участники фольклорных коллективов из Москвы, Кирова, Самары, Твери, Вологодской, Саратовской и Архангельской областей. Вот такая насыщенная программа. Я бы вот сам с удовольствием съездил, может быть сложилось бы так и съездил в Вологду, потому что такие вот конференции научно-практические по традиционному народному костюму – это редкость, и слава богу, что у Вологды получается провести такое мероприятие. Вконтакте можно найти Программу конференции всех приглашаю в Вологду, потому что вход на все мероприятия будет свободный. И немножко забежал вперед, это вот 1-3 февраля будет конференция по костюму, а уже буквально 1 февраля, то есть, собственно говоря, совсем вот близко на следующей у нас неделе, пройдет вторая всероссийская научно-практическая конференция специфика работы с детьми в сфере фольклорного и сольного народного исполнительства. Опыт, теория, практика. Это мероприятие пройдет, как я сказал, 1 февраля, а для дистанционных участников продлен, продлена возможность заявок до 29 января приглашаем, так как организаторами выступает дирекция образовательных программ в сфере культуры и искусства города Москвы. Занятия проведут ведущие специалисты в работе с детскими и молодежными коллективами. Модератором будет Сергей Николаевич Старостин. Также в Помимо программ и э, опытом работы, э, которым поделятся специалисты, будут рассмотрены учебные пособия, методические, по фольклору, этномузыкологии, этнохореографии, декоративно-прикладному искусству. Э, поспешите, если вы заинтересованы данной тематикой, проблемами работы с детским фольклорным коллективом, поспешите. Мы прикрепим ссылку на данное мероприятие. Там нужно будет пройти и зарегистрироваться для заочного участия. Там же в комментариях в группе написано, что будут выдаваться сертификаты как очным участникам, да, которые приедут на мероприятие, так и дистанционные участия тоже будут выдаваться сертификаты. Так что вот такой подарок делает нам дирекция образовательных программ города Москвы. Здесь же я еще раз вот дал ссылку на молодежный этнокультурный форум, чтобы мы о нем не забыли, это 8-10 февраля. А далее, далее, а далее мы с вами познакомимся с вот такой конференцией, которая пройдет 3-4 марта. Международная, это самый высокий у нас статус, международная научная конференция, это 17-й Виноградовские чтения, история и современность филологических наук. Конференция, посвященная вот этому направлению. Народоведение. Здесь будут рассмотрены самые разные вопросы, касающиеся э, филологии. Здесь и зарубежная филология, э, здесь и наследие и развитие идей самого Винограда в области поэтики рецепции, анализ, интерпретация литературного произведения, русская художественная литература в контексте мировой, синхрония и диахрония в лингвистических исследованиях, автор, текст, контекст, источник в междисциплинарных исследованиях. Также планируется проведение круглого стола концепт, образ, символ, знак в истории и современности. До 8 февраля вы можете подать э, заявку и планируется по итогам конференции издание сборника научных статей с последующим размещением в базе э, Российского индекса научного цитирования. Итак, 3-4 марта. Э, 17-е э, виноградовские чтения, история и современность в филологических науках. Также я напомню, анонсируемую ранее международную научную конференцию Гиппиусские чтения 2023, которые пройдут э, в Российской академии музыки имени Гнесинг 24-26 марта. 2023 года. Я уже говорил об этой конференции. Заявки можно подать до 10 февраля. И здесь рассматривается широкий круг вопросов в области музыкального фольклора. Здесь и методология современного этномузыкознания, структурно-типологические системные исследования фольклора, проблемы звуковысотного анализа, региональной проблематика и типология традиций, русский север и его это музыкологическое изучение. Музыкальный фольклор по Волжье и традиции вторичного формирования, этнокультурные пограничия, теория и практика комплексного исследования традиционной народной культуры, музыкальный фольклор в контексте ритуала, плачевые традиции, музыка традиционных молодежных собраний и так далее. Для Подачи заявки можно э, ознакомиться с э, информационным письмом и формой заявки на нашем сайте в разделе ⁇ Анонсы ⁇ Ну, на всякий случай, мы прикрепим э, ссылку. Э, я не внес в отдельный слайд, но хочу вам рассказать об открывающейся выставке традиционного костюма Рязанской области из собраний коллекционера Сергея Анатольевича Глебушкина, которая открывается выставка 26 января в музейно-выставочном центре имени Лизы Чайкина и Тверского областного дома народного творчества. Выставка будет работать с 10 до 18 часов с 26 января по 11 марта. Итак, выставка традиционного костюма Рязанской области из собраний Сергея Глебушкина «Есенинская Русь». Можно дальше. Вот здесь я хочу вам представить три а, афиши а, разных достаточно концертов, а, которые пройдут в Москве. Но я думаю, что... Скорее всего, будет либо видео, либо трансляции, вы сможете ознакомиться. Ну а те, кто в Москве, поспешите прийти на эти концерты. Первый анонс это концерт Данила Воронкова, известного среди вот молодежных, молодежного фольклорного движения, и его концерт: Загляни по другую сторону балалайки нетрадиционный репертуар для традиционного инструмента в его обработках. Это мероприятие пройдет в одном из клубов московских. С афишей и ссылкой на мероприятие можно будет ознакомиться под нашей сегодняшней передачей. Затем афиша концерта фольклорного ансамбля Московской консерватории под руководством Натальи Николаевны Геляровой. На горе стоит елочка. В этом году ансамбль исполнит традиционные песни Пензенской области в рамках фольклорного абонемента ансамбля Московской консерватории номер 30. Мероприятие пройдет в концертном зале Мисковского Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского. И я хочу вам напомнить, что ансамбль Московской консерватории был организован в 1978 году, и поэтому в этом году ансамблю исполняется 45 лет. Это один из наших самых опытных ансамблей, да, и традиционно проводится вот этот абонемент. Зал небольшой. Я специально перед этим эфиром посмотрел. Количество мест уже совсем ограничено. Так что всех любителей, почитателей творчества ансамбля Московской консерватории ждем 29 января. Это вот уже буквально на этой неделе в воскресенье. А 28 января в субботу нас приглашает ансамбль Дмитрия Покровского на сказки, ну или этот концерт называется, пара сказки, которая пройдет в Центре культуры и спорта на Сумском проезде. Можно познакомиться и на сайте ансамбля, и в их группе в социальной сети ВКонтакте. Но я для чего анонсирую этот концерт? Дело в том, что традиционно, так же, как и ансамбль Московской консерватории, ансамбль Покровского в этом году проводит свой фольклорный абонемент песни России в исполнении ансамбль Дмитрия Покровского. И этот четвертый абонемент песни России Москонцерта предполагает вот, весной два мероприятия. 4 февраля лица России в Москонцерте на Пушечной и 1 апреля лики любви русской деревни. С абонементом можно познакомиться на сайте и Москонцерта, и ансамбля Дмитрия Покровского. Итак, вот коротко о тех мероприятиях, которые будут в ближайшее время. Я хотел бы вас попросить, если у вас есть информация об интересных всероссийских межрегиональных мероприятиях, которые будут проходить в феврале, в марте, апреле месяце, в этом году, присылайте нам информацию, мы с удовольствием расскажем об этих мероприятиях и постараемся привлечь внимание широкой аудитории к вашим проводимым форумам. Фестивалям, конкурсам, научно-практическим конференциям, лекциям, современным форматом, дискуссионным площадкам, чтобы все больше людей знакомилось с народным творчеством. А сейчас я хотел бы вот небольшую рубрику открыть в рамках нашей передачи это знакомство с издательской деятельностью наших домов центров народного творчества и центров фольклора, традиционной культуры, которые активно работают в нашей стране. Сегодня я хотел бы рассказать вам об издательской деятельности за 2022 год Волгоградского областного центра народного творчества. Почему я начинаю с Волгограда? Дело в том, что мне очень близок этот город, я сам родился в Волгограде. Конечно, мне приятно рассказать, что активнейшую деятельность по традиционной культуре, по нематериальному это культурному достоянию вел этот центр народного творчества. И я хочу сказать отдельные слова благодарности Сергею Юрьевичу Польгову с приходом этого специалиста. Деятельность Дома народного творчества, Центра народного творчества городской области просто в разы возросла как раз вот в сфере традиционной культуры. Итак, давайте посмотрим. Вот вы видите на экране издание. Это первое издание. Традиционные народной песни Волгоградской области христоматия докрасился да, месяц багрянцем. Это христоматия, состоящая из натировок Это итоги экспедиционной работы составителя Сергея Юрьевича, Сергея Юрьевича Польгова по записям традиционного песни фольклора в районах Волгоградской области. Издание вышло в областном центре народного творчества в 2002 году. Следующее издание вы видите. Здрасте, Александр Гаврилович. Методическое пособие для фольклорных и театральных коллективов, которое составлено Польговым и Воронченко. Как раз для вот руководителей фольклорных театральных коллективов и включает в себя сценарии литературных музыкальных композиций по мотивам произведений русских и советских писателей, волгоградских прозаиков, русских народных сказок, традиционных обрядов и классических образцов фольклорного театра. Сценарии, которые вошли в сборник, прошли апробацию на концертной сцене и могут использоваться для постановки ваших концертных э, программ. Эти издания, описания об этих изданиях представлены на сайте э, Волгоградского областного центра народного творчества, но если кого-то это заинтересует, я думаю, что можно обратиться, там указаны и телефоны, и почты, и социальные сети э, сотрудников. Можно следующий слайд. лучшими творческими практиками в областном народном искусстве района Волгоградской области делятся специалисты Центра народного творчества и специально по этому поводу издали методический сборник, в котором представлены примеры проведения творческих мероприятий и результаты краеведческой этнографической работы. Здесь в качестве авторов выступают руководители культурно-досуговых учреждений, творческих коллективов районов и городских округов Волгоградской области. Издание называется ⁇ Лучшие творческие практики в области народного искусства муниципальных учреждений, учреждений культуры Волгоградской области ⁇ Составитель... Сергей Юрьевич э, Польгов, э, Волгоград, областной центр народного творчества 2022 год и продолжая, ой, а, продолжая э, публикацию по календа, э, календарным и обрядовым. Э, праздником в Волгоградской области вышла вот такая замечательная книга, сборник, который подготовили Сергей Юрьевич Польгов и Валерий Шилкин «Календарные обряды Волжского понизовья и Подонья. Значит, в этом издании представлено исследование календарных обрядов и праздников сельского населения указанного региона. В него вошел, вошли полевые этнографические материалы, фотографии, отражающие календарные обряды и нотные примеры подчеркиваю, что это уже не первое издание, посвященное вот этой тематике и которая выпускается волгоградским областным центром народного творчества. Затем в затем прошла конференция, в Волгограде 7-8 октября 2022 года «Культурное наследие народов России. Традиции и современности». По материалам этой конференции был подготовлен сборник статей и материалов, который носит это такое же название ответственным редактором выступил Сергей Юрьевич Польгов. Здесь публикуются материалы, в которых рассматриваются актуальные вопросы выявления, изучения, сохранения и популяризации культуры и наследия народов России. Конференция охватывает широкий спектр научных исследований, исследовательских направлений, представлен научно-практический опыт изучения наследия народов, населяющих юг России. Представлены публикации специалистов Волгограда, Астрахани, Саратова, Воронежа, Тамбова, Ростова-на-Дону, Курска и Липецка. Вот такой замечательный э, сборник. Я уже вам сказал о лучших практиках. Можно следующий слайд. И следуя тенденциям, которые у нас сейчас существуют в Сфере народной традиционной культуры нематериального наследие. Волгоградский областной центр культуры подготовил научный альманах, который так и называется Нематериальное культурное наследие народов Волгоградской области. Составитель Сергей Польгов в научном альманахе представлены объекты и культурного наследия городской областями, авторами описаний выступает Бахвалова, Винская, Воронченко, Гайнулин, Гайнулина, Лавренова, Павлова, Польгов и Шилкин. С удовольствием хотели бы ознакомиться с данным сборником так как из, и представлены материалы которым я еще скажу не все у нас есть издания но они настолько как вы понимаете свежие вот 2022 года выпущены я думаю что э, мы сможем в ближайшее время с ними ознакомиться и э, если у вас есть желание я думаю что можно написать специалистам и тоже э, познакомиться с данными пособиями и книгами. Можно следующий слайд. Вот здесь, в данных двух изданиях представлено наследие, песенное наследие Волга-Донского Междуречья. И надо сказать, что Центр народного творчества Городской области обращает внимание на все культуры, которые все народности, да, этнические группы, которые населяют регион, потому что ну, так сложилась практика, что все-таки на казаков прежде всего у нас фокус внимания сосредоточен, а центр рассматривает разные явления в тех этносах, этнических группах, которые населяют Волгоградскую область. Вот в этом пособии как раз представлены традиционные народные песни русского и украинского населения Волгоградской области, ну и традиционно низовых и верховых казаков. Итак, это антология «Песенное наследие Волга-Донского междуречья» издание предназначено как для культурологов, музыкантов, фольклористов, этнологов, руководителей фольклорных ансамблей, также и всех интересующихся наследием Волгоградской области. А, помимо вот таких крупных изданий, которые и обобщают опыт работы, и включают образцы культуры разных районов, выходят также издания, которые посвящены записи записям фольклора в отдельных населенных пунктах. Вот одно из таких – это христоматия «Снежки белые, пушистые», традиционные народной песни «Хутро Ильменский первый» городского округа Михайловка Волгоградской области в записях 1989-1991 года. Надо сказать, что это итог экспедиционной работы э, Сергея Юльевича Польгова вот в, по собиранию традиционного казачьего фольклора в центральной части бывшего Михайловского муниципального, э, муниципального района э, Волгоградской области. И э, опять же, это издание продолжает серию э, публикаций которые посвящены вот отдельным островкам традиционной казачьей культуры на карте волгоградской области можно следующий слайд еще два издания с которыми я хочу вас познакомить это тоже христоматия традиционных народных песен хутора Верхняя Бузиновка Клецкого района Волгоградской области. Это записи 1994 года. Сборник называется «Уж вы бабочки, вы кизявочки». По материалам экспедиции 1994 года в Клецкий район для специалистов по казачьей культуре, по казачьей культуре для ансамблей, для тех, кто занимается реконструкцией традиции популяризацией, данные сборники это, конечно, огромное подспорье для и формирования репертуара, и э, исследовательской деятельности. Издание подготовлено Сергеем Юрьевичем э, Польговым. И завершая обзор. Изданий публикаций Волгоградского областного центра народного творчества, которые вышли в 2022 году, я хотел бы еще сказать о христоматии Уж ты э, Степь, которая содержит э, три тематических раздела: народные песни в подлинном распеве, обработки народных песен и авторские произведения. Это э, христоматия, конечно, э, Прежде всего, адресованы руководителем фольклорных ансамблем, ансамбля русской песни, русским народным хоровым коллективом и музыкантом-фольклористом. Ушт ты Степь, Христоматия, составитель, кандидат исторических наук, профессор, заведующий сектором нематериального культурного наследия. Волгоградского областного центра народного творчества Сергей Юрьевич Польгов. Я передаю привет Волгограду и Сергею Юрьевичу огромную благодарность Валерии Шилкину за ту деятельность, которую они проводят по записи, фиксации, обобщению традиционной культуры народов Волгоградской области и за их активную популяризаторскую деятельность, потому что в наше время очень сложно издаваться, очень э, сложно готовить э, проекты, и чтобы они имели на выходе вот такие потрясающие результаты. Все, кто нас слушал, спасибо огромное, что присоединились. Те, кто нас будут смотреть в записи, знакомьтесь с нашими социальными сетями Государственного Российского Дома Народного Творчества, сайта Государственного Российского Дома Народного Творчества, Центра Русского Фольклора, наших групп в социальной сети ВКонтакте, Одноклассники, Телеграм. Итак, это был третий выпуск нашей передачи ⁇ Метод ⁇ Среда ⁇ Встретимся с вами через неделю.